Международная экологическая организация Greenpeace обнародовала секретные документы о переговорах между США и Евросоюзом о зоне свободной торговли. Из них следует, что Вашингтон оказывает гораздо более сильное, чем предполагалось, давление на европейских партнеров, требуя в частности разрешить продажу в странах ЕС американских генетически модифицированных продуктов и растений без узаконенной в Евросоюзе проверки, какой вред они могут нанести здоровью людей и окружающей среде. Чтобы сломить сопротивление, США угрожают сократить экспорт автомобилей из стран Евросоюза. Фрагменты секретных документов Greenpeace проецировал на стенах Бундестага. Сторонники трансатлантического соглашения, к которому относят и канцлера ФРГ, утверждают, что оно поможет устранить торговые барьеры между Европой и США. Его противники устраивают шумные демонстрации. Они опасаются, что в результате вместо европейских товаров займут менее качественные и более дешевые продукты из США.